Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Белов, и вы на моем канале. Канал называется «Деревня Окунева». Сел делать для вас ролик, монтировать, и проверяю там почту, все остальное, все такие дела. Кстати, у нас, смотрите, сколько снега выпало. И пришли письма. Письма приходят периодически на почту давно. Ой, разные тематики, такие разные тематики, направления. И о чем я хотел заострить внимание. Я никогда не думал, что я буду разговаривать на данную тему с вами. А тему, как обезопасить себя от мошенников. Блин, елки-палки, вот веду канал, вроде как бы считается деревенский канал, показываю деревенскую жизнь, там, занимаюсь сеном, дровами, хозяйство, там, коровы стоят, трактора, снег. Ну, все, что связано со мной в деревне, вот это все. И никогда не думал, что подниму такую затрону тему. Но все бывает когда-то в первый раз. Хотя я не профессионал, я простой деревенский парень, мужик, там, или как это назвать. Ну, житель деревни, простой. Никогда не думал, что попадусь на такие вот вещи, на которые сейчас вам расскажу. Как не попасться на удочку мошенников. С мошенниками как дело иметь. Так вот. Вот. Как не попасть на удочку мошенников. Итак, дело было как? Вот так вот. Веду канал. Ну, вы знаете, что у меня уже канал год как работает, зарабатывает там какие-то маленькие денежки, копеечки. Ну, одним словом, это вроде как маленький бонус, но приятный. Веду канал, показываю, рассказываю. Кому-то интересно, кому не интересно. Ну, одним словом, вы смотрите, и у меня появилось огромное количество вас, друзей. Как среди блогеров, так среди просто людей, которым я что-то показываю. Но есть в интернете... И мошенники, как простые люди, ну, интересно кому, и которые есть мошенники, которые пытаются заработать, украсть, одним словом, люди нечестные на руку, которые пытаются вот заработать каким-то образом на нас, блогерах, на блогеров, на простых людях, там, вытащить деньги, одним словом, вот какие-то не очень хорошие люди, мошенники, жулики. Итак, вернемся. Все вокруг да около. Для этого сейчас переместимся. Сначала маленькая предыстория. Завел канал, завел два ящика для работы с каналом, две электронных почты. На одной, один канал, одна электронная почта для, там, где подписан канал, и все мне приходит на электронный ящик туда. Вот там все какие-то оповещения от YouTube, других социальных сетей, вот это все. А в шапке канала, там я указал данные другого ящика для связи с вами, какие-то люди, может быть, возможно, рекламодатели когда-то, просто вы блогеры, еще там кто-то захочет мне написать просто на электронную почту какие-то там вопросы, какие-то есть, там есть другой ящик вот для этого. И стал замечать периодически уже продолжительное время, что мне начали приходить вот не на основной ящик, который канал подписан, там все оповещения о канале, других социальных сетях, которые идут, а на тот ящик, который указан для связи, одним словом. Стали приходить письма вот такого интересного содержания. Итак, сейчас я вам предлагаю пересесть за компьютер. Я уже видео там, как говорится, подготовил. Вот так вот пересесть, и я вам покажу, как это все есть. Какие письма приходят. Так. Открываем нашу почту. Вот такая почта у меня есть. И что мы видим? Вот такие вот письма. Нашему вниманию сейчас будут... Вам покажу, вот такие письма приходят.
Вот с таким вот адресом, вот с таким вот направлением YouTube, Google, YouTube, ну и так вот, да, ниже есть вот, где они еще есть. Так, ниже. Вот, вот такие письма тоже приходят. Вот. Еще где есть. Так. Сейчас покажу вам письма. Вот еще. Вот такое вот письмо. Вот. Все письма у меня приходят в спам. Потом я проверяю спам и отсортировываю, что-то мне идет. Ну, для меня, для работы. А большинство это спам. Итак, здесь я открыл уже несколько вкладок. Вот. И вот, вот он, получатель. Вот я получил письмо 11 января. Вот это время. Перевод письма я сделал вот с английского на русский. И вот что получается. Мы получили жалобу, что у вашего канала есть много видео спама. Проверьте, пожалуйста, и отредактируйте видео спам, который мы отметили, нажав на ссылку ниже. Иначе вы просто иначе вы не отреагируете видео спам на своем канале. Ваш канал закроется через 24 часа. Спасибо за терпение в этом процессе. И дальше вот такая вот. Щелкните для деталей. Я щелкать это, конечно же, не буду. Да, кстати, вот тут есть такая вкладка «Показать оригинал». Вот показываю. Вот такая вот, вот такое письмо. Вот, сейчас откроем другую вкладку. Здесь тоже вот есть такое вот письмо вот с таким вот содержанием. Сейчас вот переведем его. Перевести письмо. Не действительно. Так, это пришло мне 14 января. Но это периодически такие письма приходят. Недействительная деятельность щелчка обнаружена на вашем канале. Щелчка. На вашем канале YouTube. Если вы хотите бы обжаловать это решение и хотите, чтобы вас счет был рассмотрен снова, щелкните по ссылке снизу, чтобы заполнить форму. Иначе ваш аккаунт AdSense и YouTube будет заблокирован из-за недействительной деятельности щелчка объявления. И вот здесь снова предлагают нам щелкните здесь, чтобы пойти в форму. Здесь снова не будем. Вот смотрите, пришел такой вот, смотри, Google AdSense. Наводим, вот наводим и получаем вот снизу такой вот лабелато 85@gmail.com. Вот такой вот адрес скрыт под этим Google AdSense. Так, открываем еще одно письмо. Оно пришло вчера, то есть 16 числа. Так, смотрите, по, вот, вот оно в оригинале такое вот письмо. Сейчас вот переведем, вот его показываем. Тоже вот Google. От YouTube, вот, смотрите, какой адрес вот я навожу на этот. И видим, вот такой вот интересный адрес, какой-то Gmail, ну, скрыт, он как бы от YouTube якобы. И читаем, вот, с целью увеличения легкой ясности и прозрачности мы обновляем наши условия предоставления услуг для каналов YouTube, которые открыты для делания денег. Пожалуйста, примите наши новые условия предоставления услуг, нажав на ссылку ниже. Иначе опция монетизации вашего YouTube будет отключена в течение 24 часов. Новые условия предоставления услуг относятся к людям с позволенной монетизацией. Спасибо за то, что вы были частью сообщества YouTube. И снова щелкните для деталей. Вот, предлагают нам. Ну, мы щелкать не будем. Закрываем эту вкладку. Можно открыть еще какие-нибудь вкладки похожие. Сейчас мы что-нибудь откроем. Мы их, они периодически так вот приходят. Вот, вот, посмотрите письмо. Вот оно тоже пришло. Вот, пришло оно 30.12.19. Так, открываем. Так, сейчас смотрим, оно открывается. Так, наводим на YouTube, вот, и высвечивается адрес.
youtcontrol8@gmail.com. Так, вот снова письмо в оригинале. Сейчас мы его тоже перевести письмо. Так, вот сейчас почтовый ящик нам переводит это письмо. И читаем, что мы получили жалобу, что у вашего канала есть много видео спама. Пожалуйста, проверьте и отреагируйте видео спам, который мы отметили, нажав на ссылку ниже. Иначе, если вы не отреагируете видео спама на вашем канале, ваш канал закроется через 24 часа. Спасибо за терпение. И в этом процессе щелкните для деталей. Вот, снова нам предлагают щелкнуть. Ну, щелкать мы не будем. Вот такие вот письма периодически все это приходит. Вот, кажется, что это от Ютуба, вот, подписано Ютубом, но на самом деле, вот я навожу сейчас вот, а тут высвечивается совершенно другой какой-то левый адрес. Вот так вот. Возвращаюсь снова сюда на улицу из-под компьютера. Итак, как можно обезопасить себя вот от такого рода мошенничества? То есть не переходить на, во-первых, не переходить на вот эти по этим письмам, не кликать на какие-то вещи, вот эти, ну, на какие-то там сайты. Обычно как вот приходят? Возможно, рекламодатель какой-то скажет вам, напишет, вот, перейдите по ссылке, там надо скачать там что-то, или где-то что-то зарегистрироваться, или что-то еще. Ну, одним словом, предлагает выполнить свои условия, которые, как говорится, вот, получить деньги, якобы так вот. Ну, возможно, так и есть. Я никогда ни с кем не сотрудничал еще, ни в каких рекламных целях, и мне пока судить не о чем. И вот так вот. Это во-первых. Во-вторых, как обезопасить себя? Это, то есть, сделать двухстороннюю авторизацию. Первый раз это первая ступень авторизации, когда мы входим в браузер, вошли в браузер, набираем там пароль на канале, на Ютубе своего канала, и переходим сразу на свой канал. Вот так вот. Иногда там браузер нам предлагает сохранить пароль, кто-то сохраняет, кто не сохраняет. Ну и вторая ступень – это привязать свой номер телефона к этому каналу, YouTube-каналу. То есть, когда заходите вы на канал под своим именем, на свой канал, вам на телефон приходит смс-ка, что совершен вход на такой канал, если это вы, то просим вас подтвердить или сказать, что это не вы. Ну, одним словом, вот такая вот штука, вот двухступенчатая авторизация. Если кто-то зайдет на ваш канал, не вы, а кто-то захочет там, ну, от вашего имени зайти, вам на телефон сразу придет, если у вас будет стоять двухступенчатая авторизация, вам на телефон сразу придет вот это оповещение, что какое-то лицо пытается с такого-такого телефона зайти на ваш канал. Если это вы, то ничего делать не надо, подтвердите, что это вы. Если это не вы, то, естественно, напишите, ну, подтвердите, что это не вы. Вот так вот, ну, что-то примерно так вот. Так что вот так вот, друзья мои. Ну вот, вот так вот, работайте, смотрите, не попадайте на уловки мошенников. Возможно, кто-то попадал уже, наступал на эти грабли, может быть, кто не наступал, но я решил записать это видео, чтобы как-то обезопасить себя, ну и обезопасить, естественно, вас, блогеров, у которых, ну, кто-то знает про это, кто не знает, кому-то будет, возможно, это полезно, интересно, так что... Вот так вот. Пишите комментарии, кто что про это думает. Были ли у вас, нет такие случаи мошенничества по отношению к вам или, может быть, к вашим каким-то людям, близким, знакомым, кто владеет каким каналом или другими социальными сетями. Вот так вот. Ну все. На это всем пока. Все. Удачи. Пока.